Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Тема мусора в рубрике «Мелочи жизни» поднимается всех чаще. Ведущая Татьяна Андреева решила проверить, как жители относятся к микрорайону Первомайский. Находимся в начале переулка Иренский, что на Первомайке. А привлекла нас вот эта несанкционированная свалка. Мусор. Тоже нам надо эту проблему как давно решить. Как давно? С мая месяца. У нас раньше был заключен договор с подрядчиком. Нам мусор вывозили сначала 2 раза в неделю, затем стали вывозить 1 раз в неделю. И вот с мая месяца у нас вообще не стали вывозить. Сказали, от нас все отказались. И ничего не вывозят. Обещали с 1 сентября, а воз и ныне под там. Вот завалом, если снять, у нас завалом уже просто горы мусора, груды лежат. Скоро эти мыши, крысы опять все побегут. И все прочее, вся эта живность пойдет. Спасибо. Из-за того, что мусор у жильцов не вывозят, они вынуждены захламлять дамбу реки. И это уже не мелочь. От мусора людей надо избавить. Находимся на переулке Иренском. После выполненных работ электрики не вывезли после себя старые трухлявые опоры линии электропередач. Кроме того, работники не вывезли после себя и спиленные ветки. И поэтому местные жители опасаются, что эта мелочь залежится здесь до зимы, а может и дольше. И поэтому ее необходимо исправить как можно скорее. На прошлой неделе мой коллега Вячеслав Горецкий рассказывал про эту малую архитектурную форму, которая находилась в ужасном состоянии и требовала срочного ремонта. В кратчайшие сроки ее отреставрировали, и теперь кунгурская достопримечательность получила вторую жизнь.